Итак, небольшой обзор жилища Капского Варана после небольшой уборки. Это у нас террариум стеклянный размерами 80 на 50 на 40. С двумя открывающимися дверками. И посмотрим, что есть у нас у нашего варанчика Стэнли. Варанов держат на достаточно разных субстратах, поэтому у него есть естественный для сред обитания многих ящериц мох сфагнум в качестве субстрата. Он достаточно мягкий, гигроскопичный. В случае попадания в пищевод он не причиняет никаких неудобств пищеварительной системе. И по нему достаточно приятно гулять. Можно немного покопать. Так, здесь у нас, наверное, одна из основных частей. Лоток, в котором наш ящерик купается и заодно делает свои дела грязные. Поскольку инстинкт у капских варанов предполагает испражняться в воду, убирать за ним одно удовольствие. Сходил, искупался, покакал, убрали. Практичнее даже, чем с кошкой. Так, здесь у нас небольшой термоковрик. Служит как дополнительным подогревом, так и обеденным столом для нашего ящера, куда я обычно кладу всяких насекомых, которые он пытается скушать. Это новое убежище нашего варанчика, поскольку он растет, закупил для него камушек побольше. Скажем так, это не просто камушек, а своеобразная пещера с достаточно обширным внутренним миром, внутренним пространством. Но поскольку капские вараны любят что-то потеснее, узенькие норки, то внизу положен вот такой вот камушек, чтобы уменьшить пространство. И заодно служащим дополнительным элементом для внутреннего обогрева. Собственно, камушек находится на подстилке. Подстилка сложит, ну, любая тряпочка, в данном случае моя футболка. Старенькая. Под футболкой находится другой термоковрик. Здесь можно его мельком увидеть. Также шнур питания, занимающий треть пространства. Он очень помогает согреть варана ночью. Нагревает стекло, соответственно, от стекла нагревается и все остальное. А поскольку есть подстилка, никаких ожогов не предвидится. Также у него есть немножко более естественная поилка, выполненная в виде камня. Здесь у нас находится кипяченая вода. Конечно, он ее не пьет, но все-таки свою функцию она выполняет в качестве дополнительного источника для водоиспарения и, собственно, повышения влаги в террариуме, что очень важно для линьки. И в дальнем углу, сделанная из старого убежища, небольшая холодная камера, где нет подогрева, куда лучи ламп накаливания доходят в минимальном количестве, поэтому там всегда прохладно. И в случае, если варанчику жарко, он пойдет охладиться туда. В качестве освещения у нас лампа дневного света, источник ультрафиолета. Светит достаточно ярко, поэтому фокусировка может сбиться. Ну и в качестве нагрева у нас вот такая лампа накаливания,
который обогревает весь террариум, и днем температура в нем достигает фактически 30 градусов. Небольшой термометр с датчиком влажности, так сказать, термогигрометр, который показывает температуру. Ну, на самом деле, вблизи источника тепла она выше, чем по всему террариуму. Ну и, соответственно, влажность тоже низкая из-за высокого тепла. Но по самому террариуму влажность гораздо выше. Вот такие небольшие условия для нашего кавского варанчика. Наш Стэн отдыхает после мытья. Вот в таком полотенчике. Темно, уютно, никто не тревожит. Но теперь пора его нам потревожить. Эй, просыпайся. Он прохладненький, и ему неплохо бы согреться. Вот он и попал в свой чистый дом после уборки. Сейчас он в некотором недоумении, как всегда. Изъяли из одной среды и положили в другую. Но очень скоро он пойдет исследовать. Собственно, забыл часть декораций для террариума. Вот такая небольшая раскрытая шишечка служит дополнительным декором для террариума. Из-за того, что он долго пролежал в достаточно прохладном месте, температура его тела низкая, поэтому он мало активен. Но очень скоро лучи от лампы его нагреют, и он будет свободно перемещаться по своему новому месту жития.